Працягваем выпуск. 7 мая у Беларуси радовница проезда могилок на территориях зон отчужения без пропусков будет дозволена с 4 по 7 мая. Потребуется только регистрация на контрольно-пропускных пунктах. Так само беспропускный режим будет действовать 28 красавика у Нараулянском районе и 2 мая у Ветковским. Час находжения на территориях зон отчужения с 9 до 17 годин. Для наведывания могилок у гэтыя дни необходимо иметь с собой пашпорт и документ, который подтверждает особу, а так само документы на транспорт. Могилки размещены на территории радиационно-экологичного заповедника у Хойницким, Брагинским, Нараулянским районах, одночасово относятся и до пограничной зоны. При их наведывании замежные громадяне повинны отримать пропуск у территориальных органах погранслужбы. Уезжать на территорию Полесского державного радиационно-экологичного заповедника необходимо только про контрольно-пропускные пункты. При выезде будет проводиться радиационный контроль.